Вкусную пиццу любят все, но не все любят тратить время на приготовление. Поэтому исполнить блюдо можно на сковороде с использованием тонкого лаваша. Такой вариант очень быстрый и простой. Давайте приготовим начинку. Я беру куриное филе и мелко нарезаю. Теперь жарим на сковороде, добавляю соль, специи, соус терияки, перемешиваем и жарю под крышкой где-то примерно минут 5. В сковороду кладем лист лаваша, смазываем кетчупом и сметаной. Теперь кладем жареное куриное мясо, которое у меня немного подгорело. Если не хотите заморачиваться, кладите нарезанную колбасу. Посыпаю сверху тертым сыром. Я еще сверху поливаю взбитыми яйцами. Сверху теперь накрываю вторым слоем лаваша и промазываю еще раз кетчупом и сметаной. Сборка, конечно, выглядит не очень, так как лаваш разламывается, но пицца безумно вкусная. Для начинки вы можете использовать разные овощи. У меня дольки помидоров. Дальше перец болгарский, нарезанный, у меня замороженный. Зеленый лук, тоже замороженный. По желанию можно оливки. Сверху поливаю яйцом. Немного приправы. И обильно сверху посыпаю тертым сыром. У меня сыр моцарелла. Жарится на очень малом огне, пока расплавится сыр. Не могу сказать точное время. У всех может быть по-разному. Если у вас начинка не пропекается, вы можете поставить еще дополнительно в микроволновку на несколько минут. У меня в сковороде он хорошо приготовился. Это уже зависит, какой слой начинки вы сделали. Я еще кладу сверху листья салата, и получается пицца Цезарь. Всего за несколько минут, и у вас на столе будет сытный перекус. Это прекрасная альтернатива пицце и другим закускам. Еще и полезнее обычной. Как вам такая идея? Итак, приступаем. Мой самый любимый момент – сырный водопад. Это очень вкусно. Приготовьте обязательно. Приятного аппетита!